Всем привет, компания Кур на связи. Продолжим мы тест сегодня мотомасел. То есть до этого мы тестировали Матюль, Вольф. Сегодня у вас на тесте Репсол. Также 10V40, также для 4-тактных двигателей. То есть и сравним с нашим 10V40 опора. Вот. Сейчас все подготовим, станок зачистим. И останется у нас еще одна маска на тесте для мототехники именно. Это Такаяма. Вот. Ну, кто-то хочет еще какие-то масла протестировать для мототехники? Ну, присылайте, протестируем. Что-то какое-то предпочтение какому-то определенному бренду он дает. Не вопрос. То есть что мы сделали? Мы от предыдущего теста задиру убрали. Так, что мы здесь? Ролик от подшипника. Крепим. На новой стороне, без задира, то есть новый. Одеваем его на стенд. Баночки берем. Так, ну что, Репсол? Ух ты, интересно. С дозатором. Удобство наливать. Оп. Угу. Так, ну что, мы провернем. Начинаем нагружать, вес этого блина 550 грамм. Раз, два, три, четыре заклинина. Произошло заклинивание. Задир. Небольшой, но есть. Соответственно, если там задир, то и здесь задир. Сейчас мы зачистим, также уберем и сравним его с опорой. Если у кого-то желание или сомнение есть, что мы что-то не так делаем там, не так запираем, приходите к нам, сделаем тест при вас. Не так масло наливаем, не то масло наливаем. Без вопросов. Ждем вас. То есть все тесты происходят в сравнении при одинаковых условиях. Вот. И, соответственно, повторюсь, если есть у кого-то сомнения, то можете прийти к нам, принести свое масло, аналогичное. Ну вот мы перевернули, то есть это от предыдущего, мы его перевернули вот сюда. Вот, не вопрос, как бы ждем всех. То есть мы, повторяюсь, не говорим, что тот или иной бренд плохой, некачественный, его не нужно ни в коем случае не заливать. Ради бога, это решаете вы, потребители. То есть это наше масло, опора 10-40, данную канистру. Мы вскрывали, когда проводили тест, первый раз запечатанная была Матюль. Ее же тестировали с Вольфом. Ну, ее же тестируем сегодняшним образцом, с Репсолом сравниваем. Повторюсь, сравниваем. Не утверждаем о том или ином. Все то же самое. Ну, все то же самое, те же блины, поехали. Раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нагрузка в 3 раза больше. Ну давайте. Снимем ванночку. Без ванны у вас. То есть, так скажем, имитация пробития картера. То есть, сантиметр практически без нагрузки. Здесь на стенде 12 блинов. Но он так может крутиться долго. Ну, как долго. Температуру нагреет, когда свыше 200 градусов. Соответственно, порвется, наверное, кнопка. Так скажем. А так, пожалуйста. Все крутится, все работает. Ну, если вы что-то увидите здесь. Ну и здесь, соответственно. То есть задира нет. Не там, соответственно, его не будет и здесь. Ну, в принципе, протестировали мы сегодня образцы Repsol и провели тест в сравнении с маслом Acora. То есть это масла для мототехники, то есть мотосезон у кого-то уже наступил, у кого-то наступает, в зависимости от региона, да, поэтому данные тесты были актуальны. Выбирайте, кто кому что нужно, кто кому что, как говорится, по душе, по нраву, заливайте, делайте свой выбор. Самое главное, сделайте выбор в сторону качества. Компания Acora была с вами на связи. До новых встреч, до свидания.